Ну что, друзья, вчера Россия в очередной раз доказала, что она страна-террорист, совершив обстрел всей территории Украины, воюя не с военными на поле боя, вот только вдуматься в это, а причиняя зло мирным гражданам. Ракеты летели по всей территории Украины. Это был самый массовый обстрел за всю историю вот этой вот войны, нападения России на Украину. Что добились? Что добились? Ну, наделали пакостей, попали по подстанциям. И что? На поле боя какие-то изменения? Как-то пострадала армия? Нет, никак. Били по мирным городам, по мирным подстанциям, по ТЭЦам опять, делая пакости мирным людям. Не военным. Идет война не с военными. Идет война с народом Украины. То есть пакости делаются народу Украины. Это терроризм. Это чистый терроризм. Это не война военных с военными. Страна-террорист делает масштабные террористические акты с целью не победить на поле боя, а склонить к принятию каких-то решений, которые продвигает сама Россия. На поле боя выигрыша никакого. На поле боя от этого изменений нет абсолютно никаких. Страдает только мирный народ. Россия делает зло мирному народу Украины. То, что они говорят, что мы вот там денацификация, да еще чего-то там, чушь это все полная. Делают пакости мирному народу. Дало это какой-то выигрыш на поле боя? Я еще раз подчеркиваю, никакого на поле боя изменений никаких. Военные не пострадали ни капельки от этого. А какой же убыток России по предварительным подсчетам на 500 миллионов долларов улетело ракет? Вы представляете, сколько всего полезного могла Россия сделать для себя, для своей страны, для своих граждан? Гражданам России это как не взападло, что вот деньги улетают просто куда-то пакости ради, чтобы разбить где-то подстанцию, которую к вечеру того же дня уже восстановили. Да, повосстанавливали уже большинство тех убытков, которые принесла Россия, восстановлены. Освещение появилось в городах. И толку? Ну толку, вот чего добились? Как бы там ни было, что бы ни происходило, мы все видим прекрасно, что Россия террористическая страна, и методы ее террористические. Это терроризм. Терроризм на самом деле, друзья мои. То, что делает Россия, это терроризм. Терроризирует мирный народ Украины с целью натолкнуть на свои решения. Вот так вот. Россия – страна-террорист.